Всем привет! Сегодня смотрим на «Ходячих мертвецов». Если честно, это не первый раз, когда одна из моих игр в Стиме, и не только в Стиме, умирают. В прошлый раз это у нас был, получается, Назгот от по вселенной Legacy of Kain. Это был Total War Arena, которая держала студия, у которой также есть мир танков Гайджин. Нет, не Гайджин. Ну, вы, в общем, меня поняли. А потом еще Warhammer Online, помню. Помню Bloodborne Arena. Ну, в общем, у меня довольно много игр, в которые я верил, в которые я как-то вкладывался деньгами, вкладывался своим временем, и которые рано или поздно умирали. А тут получается, что я предзаказал игру по полной стоимости. Ну, верил. И в итоге имеем то, что утром там было буквально 9-10 человек. А сейчас у нас 19 часов по Москве, когда я записываю этот ролик. 26. Может быть, даже удастся найти кого-то на сервере, во что я как-то слабо верю. Но посмотрим. На самом деле, что ни говори, но саундтрек тут просто... замечательный, и я, может быть, даже попробую найти его в интернете, как-то себе скачать и использовать в дальнейшем. Ну, он реально классный. То есть такая кантри-музыка просто сногсшибательно. Вот, ну, по крайней мере, хоть что-то в этой игре есть. Так, так, а у нас есть быстрая игра? Да, есть быстрая игра. Давай попробуем найти. Я не знаю, конечно. О, два игрока. Серьезно? Неужели? Привет. Ну, на самом деле... тут довольно ламповый такой геймплей. И мне правда очень жалко, что игра загнулась. Так, ладно, я починил. Дай-ка посмотрим, может быть, там еще где-то можно кабель починить. И да, ребят, сразу забегая вперед, я скажу, что игра мне действительно нравится. И бесконечно жалко, что она не смогла выстрелить. Все-таки вселенная «Ходячих мертвецов» — это одна из тех вселенных, которая позволяет просто прочувствовать вот эту вот... безнадегу, когда люди отчаиваются, уходят во все тяжкие, теряют стимул какой-либо жизни, но при этом пытаются как-то двигаться дальше. И, ну, не знаю, по крайней мере для меня вот комикс, сериал просто безупречно передал вот это вот все ощущения. В игре, в принципе, тоже неплохо получилось все это передать и перенести. Да и сам геймплей, не сказать, что он какой-то унылый. Вполне неплохая такая бродилка, где ты добываешь всякие ресурсы, получается, выполняешь задания. Есть какой-то сюжет, есть разные герои, есть прокачка, есть свое древо умений, пассивок. Ну, в общем, мне нравится, но, опять же, текущий онлайн не позволяет как-то верить, что игра, ну, продолжит свое существование. Мы всех убили. Причем часть из них даже не видела нас. Так. Все, сработали. Это все? Ну, похоже, что да, это все. Жалко, тут нету какой-то расчленки, чтобы куски головы отлетали, как в каком-нибудь солдате удачи. Этого не хватает. Так. Вот тут у нас всякий мусор. Опять всякий мусор. Оу.
Отлично. Так, его убили? Его убили. Я не понимаю, как он все это не заметил. Мы прям рядом с ним проходили, получается. Все это время. Так, у меня ключа нету. Так, у вас тоже нету? А, у него же ключ. Давай напишем в чате ему. Вот, все. Ура! Мы освободили заложника. В общем, да. Давай открывать. Пустить ракету. О, господи. Постой, 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 постой. Отлично. Так, давай-ка за... немножко поднимемся повыше. Так будет лучше. Хотя довольно странно, что... Блин. Как они повалили ее. Я не знаю, ну... Мы, по идее, потом же можем ее освободить. Жим. Иди сюда, мужик. Так, а ты не можешь забраться сюда? О, господи. Так. Подожди, как изготавливать предметы? Нам этого действительно не хватает сейчас. Вообще, по идее, заложник, он бессмертный. То есть мы можем сейчас подождать пикап и просто-напросто пойти дальше. Сейчас попробуем. Так. Погоди. Погоди, погоди. Отлично. Погоди, погоди. Я почти добрался. Сейчас. О, господи. Так, я смогу тут встать? Не уверен. Так, сейчас, погоди. Да ё-моё, ты издеваешься. Стой. Давай наверх поднимемся. Я не смогу его сейчас воскресить. Она сможет поднять заложника? Нет, не сможет. Я не знаю, как нам тут и проходить дальше. О, господи. Они оба упали. Так.
Нет, я могу до нее добраться, но я не смогу через них бежать. Стой. Падай ты, скотина. Все. Попадали. Так. Жди. 4. Да ё-моё. Промахнулся. Все. Немножко очистили. Так, где толстяк? Ну, пока что вроде все чисто. Сейчас давай немножко подстрахуем, парни. Так, этого убили. Так, толстяк. Ах ты ж. Все. Упал. 15 секунд. Ну, это может, конечно, мне плохо обойтись, но ладно. О, господи. А, господи, нас тут зажали полностью в углу. Он сейчас пытается освободить заложника, поднять кое-как. И мы тогда сможем просто убежать, потому что, ну, меня тут полностью забригадировали. Так, давай. Бегите. Погоди. О, господи. 4, 3, 2. Ну. О, господи. Да, мы это сделали. О, боже. Да, ребят, на этом все. Всем спасибо, кто смотрел. Я не могу вам советовать покупать игру, потому что все-таки онлайн слишком маленький. И, ну, я не думаю, что игра будет развиваться хоть как-то. Поэтому лучше, наверное, все-таки вкладываться в другие проекты. Но все равно спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь. И пока-пока!